Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Дневник Домохозяйки. Сегодня мы с вами опять находимся в теплице. Хочу рассказать вам про сорта помидор. И которые мне нравятся, которые не нравятся. Так, ну что, кому интересно, поехали. Вот мы стоим около помидор. Крупноплодные помидоры. Малахитовая шкатулка. Это зеленый сорт помидор. Ну, пока вот они еще на стадии созревания. Но я уже снимала крупный такой довольно-таки крупноплодный сорт. Ну, знаю, что не все любят зеленые помидоры. Но что касается вот малахитовой шкатулки, он очень вкусный. Мякоть такая мясистая, семечек практически вообще нет. Вот такой зеленый помидор, вот такого размера он достигает. Но он еще не созревший. Вот прям с мою ладонь. Вот, 3 куста у меня всего таких помидор. Вообще, конечно, по сортам у меня в этом году... О, бархатцы. По сортам у меня в этом году, конечно, чудо. Я уже вам говорила, что пока я ждала, когда свои помидоры очухаются, у мамы взяла. Потом получилось так, что свои я половину отдала, потому что мне было много. Остались в основном мамины. В общем, вот это помидоры мамины из деревни. Сорт без названия. Семена они свои оставляют, но он тоже довольно-таки сладкий, мясистый. Она еще не совсем созревшая. Вот с той стороны, по-моему, есть созревшая. Покажу. 2 сорта у мамы. Вот такой сорт просто. Они ее называют круглая красная. И вот такой сорт засолочный. Он, по-моему, называется... Ой-ой-ой, дай бог памяти, как он называется. Короче, кто помнит, как называется этот сорт помидор, напишите. Нормально я вам рассказываю. Ой, ну как же ты называешься-то? Вот они тоже, мамины помидоры. На засолку. Челночок! О! Точно, челночок. Это они еще не совсем созрели, но они, вот я люблю их солить. Это мои, сорт матрешка. Вот такой он. Вообще, ну они тоже красные, но еще не дозрели. Вот это сорт жираф, желтые помидоры. Он лежит очень долго, в том году я сажала. Такой для хранения, для длительного. Но он не крупный растет. Это вот все челночок мамины. А вот это вот, слушайте, это загадка. У меня такого сорта не было. А что это за сорт? Я вообще не знаю. Он еще зеленый. Видать, попозднее. То есть кисти сформированы. Кисточки такие. Ой, листья мешаются. Кисточки такие, ну, довольно-таки много плодов. Ну, что это за томат? Блин, блин, блин. Ничего не могу сказать. Вот с такой пипочкой на конце. Ялик, что ли? Блин, вот еще кисть. То есть много таких. Так, это что у нас? А, это челночок. Так, это, походу, жираф. Да. Ну, жираф тоже завязался много. Вот доверху. 5 кистей, наверное, сформировалось. Довольно-таки. Нет, я довольна. Вообще нормальные. И кисточки вот на этом. Это дастархан, наверное. Вот еще маленькая кисть. Но я думаю, что она нальется еще. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Седьмая, да, это дастархан, черный дастархан. Тоже довольно-таки вкусная, мясистая. Ой, а ты что за зверь? А, это турецкий, точно, вот, Турция. Вот это турецкий помидор. Из Турции мне сватья привозили семена. Он еще не созревший, какой-то вот необычный такой, весь резной. Попробуем заморский помидорчик. Так, это что у меня?
Это что у меня? А, ну вот это все жираф. Тоже посмотрите, вот такими кисточками на засолку. Кисточки. Кисточки такие довольно-таки тоже хорошие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь помидорок на кисточке. Он на засолку. И до верха все. Шесть кистей где-то. В общем-то. Ну, в общем-то, помидорки радуют. Так, а ты кто? Ага. И ты черный дастархан, да? Вот тоже черный дастархан. Она не крупная, но очень сладкая и вкусная. Так, а ты кто тогда? Подождите. Вот, кстати, нет, нет, нет. Тоже чуха. Ну, вот это все черный дастархан салатная. Так, вот она тоже. Черный дастархан. Вот, а это вот. Вот это мамины помидоры. И сорвала. Ой, мамина помидор закрыла рукой. Вот они. Нет, вру. Это знаете что? Это сибирский скороспелый. И, в общем, пока наклонялась, нажала, не знаю, головой или ухом на камеру, камера выключилась. Едем дальше. Вот, ну это вот все мамины. Это черный дастархан. Вот тут что-то обломилось, листочки обломились. Ладно. Вот такой жирафчик висит. Вот это челночок притаился. Надо завтра будет собирать. А куда мне их сейчас столько? Буду солить, наверное. Вот они, челночок на засолку. Хотя мои не любят помидоры соленые. В общем, как-то вот так. Такие сорта помидор. Ой. Огурцы. Если, например, сказать конкретно, какой мне сорт больше нравится, ну, этого я сказать не могу. Я помидоры сама не любитель есть. Мне нельзя с гастритом с моим, с хроническим. А так, ну, я даже не знаю, чему отдать предпочтение. И на салат есть, и на засолку есть. А что-то новое там, даже, например, для себя, если открыть, да не знаю. Какого-то предпочтения прям вот конкретного у меня нет в отношении помидор. Так что вот, сегодня я вам показала, какие сорта в теплице. Всех, конечно же, люблю, ценю, уважаю. И жду вас на своем канале. Всем пока-пока!